Здравствуйте, Валентин. Это видео про ваш переходник с одуванчиком. Итак, вот он ваш переходничок с остановленным одуванчиком. Сейчас я продемонстрирую вам его работу. Накручиваем на объектив Гелиос 44-2 и вставляем в камеру. Совмещаем красную точку на переходнике, средний контакт одуванчика с белой точкой на камере. Очень аккуратненько поджимаем, поворачиваем против часовой стрелки до щелчка. Включаем камеру. Вот. Я запрограммировал фокусное расстояние 58 мм и диафрагмы от 2 до 16. В письме я вам вышлю также комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на подобных объективах. Не перекручивайте одуванчик с переходничком дальше стопорного отверстия, поскольку в этих тонких переходниках нет стопорного винта. Но после того, как вы отъюстируете уже под этот переходник ваш объектив, я советую вам просверлить отверстие для стопорного винта, чтобы у вас переходник в камере не перекручивался. Демонстрирую еще раз. Вот, как видите, все работает, все меняется. Одуванчик целый, обращайтесь с ним очень аккуратно, и он будет служить вам долго. Сейчас я упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.